Мы часто удивляемся тому, что археологи обнаруживают под землей спустя десятки и даже сотни лет. И самое главное, что все эти объекты находятся буквально у нас под ногами. Стоит лишь только поискать. А теперь буквально на секунду представьте, сколько всего можно найти на дне озер, рек. Хотя, зачем представлять, сейчас увидите все своими глазами. С вами канал Top Facts, та рубрика Top Facts. Блэк, приятного всем просмотра. Погнали! Лохнесское чудовище, сколько мистики и тайны хранится в этом словосочетании, не правда ли? До сегодняшнего дня я верил, что каким-то образом людям действительно удалось снять паранормальное огромное существо, но, судя по всему, пришло время попрощаться с этими мыслями. Дело в том, что несколько мужчин, активно занимающихся исследованием и поиском именно лохнесского чудовища, сделали такое заявление, что им с высокой долей вероятности являлся обычный сом. Хотя, как обычный, здоровый сом. Длина сомов, как правило, может достигать 5 метров, а вес превышать 400 килограммов. Внешне вроде тоже совпадения присутствуют. В общем и целом, ребят, похоже, лохнесского чудовища не существует. Все эти годы нас дурачил просто здоровый сом. Да, на этом фото именно то существо, которое мы все привыкли слышать из старых и страшных сказок. Я сейчас говорю о русалке. Какие-то ребята из Калифорнии выложили это фото в сеть и взбудоражили им весь интернет. Конечно, здесь есть много к чему можно придраться. Например, почему русалка вообще обитает в озере, или какого фига она плавает в водоеме, куда ее хвост едва помещается. В общем и целом, фото явно слабо смахивает на оригинал, однако если все-таки это и правда, то лучше держаться подальше от любой воды, особенно если вы какой-нибудь красавчик. А то русалка влюбится и утащит к себе в подводный мир, но надеюсь, что все это обычные сказки. Ну как надеюсь, я в этом уверен. Хотя лучше бы русалки затаскивали к себе на глубину вот этих ребят. А впрочем, не буду спойлерить, сейчас сами все увидите. На ролике обычные парни плыли на своей лодке и каким-то чудом застряли на камне. Однако, пытаясь с него слезть, в один миг до чуваков дошло, что лучше этот камушек не трогать, ведь им является настоящий крокодил. Кстати, насчет камней и крокодилов, быстренько закину вам интересный факт. Эти хищники часто проглатывают большую добычу по типу черепах, а их желудок не способен переваривать большие куски пищи. Именно поэтому, чтобы перетирать волокнистую и плотную пищу, крокодилы проглатывают камни. А вот вам еще один факт, который кажется полезным советом. Если вы плаваете где-то на лодке и случайно видите под собой воду, пузырящуюся как тут, то имейте в виду, что лучше держаться от этого места подальше. Дело в том, что вы, скорее всего, стали свидетелем выделения болотного газа, который выходит со дна стоячих водоемов, в результате гниения ила и других остатков растительного и животного происхождения. При выбросах крупных пузырей на поверхность он способен издавать довольно громкий звук, а места его выхода могут быть пожароопасны. Рио Селеста – река, которая на протяжении многих лет являлась одним из самых интересных мест загадок для ученых. Все дело, как вы можете догадаться, в ее неповторимом бирюзовом цвете. Объяснение этого феномена множество. Кто-то говорит, что необычная окраска была вызвана высоким уровнем меди, но тесты показали, что в воде нет ее никаких признаков. Другие говорили, что это связано с химическими веществами, такими как карбонат кальция и сера, а некоторые даже связывали цвет с близостью реки к вулкану Тенорио. Но все эти ребята оказались полностью неправы. После ряда исследований выяснилось, что реку покрывает тип минерала, состоящий из алюминия, кремния и кислорода, называемый алюмосиликатом. Он отражает солнечный свет и обманывает человеческий глаз, придавая воде вот такой вот бирюзовый цвет. А вот что точно не будет иллюзией для ваших глаз, так это домик, который буквально плавает в реке одного из небольших городков во Франции. Трехэтажный дом застрял под водой, судя по всему, из-за наводнения или какой-то иной катастрофы. Однако при этом там периодически загорается свет, а значит, кто-то там остался жить, верно? Лично я сразу бы туда позвонил и спросил, что случилось, и попытался бы как-то помочь. Только вот на самом деле мне вряд ли ответят, потому что это и не дом вовсе. Перед вами художественная инсталляция, которая была подготовлена в 2007 году. С помощью нее люди прорекламировали свой бизнес по спасению затонувших кораблей. А вот что тоже стало отличной рекламой своего бизнеса, так это находка двух ютуберов, ведущих блог по раскопкам древних артефактов и других ценностей. К
Как-то раз, приехав в Шотландию, друзья нашли настоящий топор бронзового века. Он довольно неплохо сохранился и определенно являлся ценным. Самое забавное, что для поиска они не использовали чего-то там сверхъестественного. Обычные качественные металлоискатели и другие рядовые инструменты. Зашли в какое-то болото, и вот тебе пожалуйста. Ставьте лайк, если бы тоже захотели найти такую находку, просто взяв с собой металлоискатель. Я надеюсь, вы не карась? Вы все еще помните, что только что я вам рассказывал про Францию? Так вот, похоже, в этой стране есть еще кое-что не менее интересное и интригующее. Я сейчас говорю про вот эти вот пугающие скульптуры из грязи, напоминающие вымерших существ. Или, быть может, они не вымерли и просто дожидаются часа, чтобы восстать. Ладно вам, это все, конечно, интересно, но пора открыть правду. Перед вами результат работ одного из скульпторов по имени Софи. Девушка сделала своих жителей болота из грязи и водорослей. Цвет, текстура и внешняя оболочка меняются заодно с естественной средой, частью которого они и являются. Скульптуры должны напоминать людям об удивительном биоразнообразии нашего мира, а также о важности и хрупкости правильных взаимоотношений человека с природой. Так, со скульптурами мы разобрались, а что скажете насчет огненных шаров? И теперь я реально не шучу. Какие-то объекты вот уже на протяжении более сотни лет продолжают появляться над одной рекой в Таиланде. Обычно шары появляются в ночное время, и появляются и исчезают они полностью бесследно. Ученые пытались рационально подойти к объяснению феномена, например, тем, что в этом месте из Земли освобождается газ, который самовоспламеняется, но точно объяснить этот феномен никто так и не смог. А в далеком 1971 году, 22 ноября, произошла местная трагедия. Самолет, который вылетел из Массачусетса, вскоре потерпел крушение в настоящих дебрях, докуда никак не смогла добраться помощь. На борту был пилот, его помощник и четверо пассажиров, и никому из них выжить не удалось. Известно ли, что причиной этого происшествия стала плохая видимость и туман? Прошло немного времени, как группа помощи смогла найти место крушения и прибыть ровно на него. Только вот они едва сами не застряли в этом лесу. А все дело в том, что в то время на этом месте было очень жуткое болото. И, как понимаете, именно оно не позволило людям вовремя выбраться из поврежденного самолета. Так, теперь я покажу вам существо, которого зовут аллигатор Гар. И нет, не спешите думать, что это один из видов аллигаторов. На самом же деле гар никак не относится к крокодилам. Перед вами самая большая пресноводная рыба в мире. Этот красавчик с экзотической внешностью обитает в водах на юго-востоке США. И вы только вдумайтесь, уже более 100 миллионов лет. Название получило благодаря своей удлиненной морде и двойному ряду клыков. Вес может достигать 166 килограммов, а 3 метра – это обычная длина для особей данного вида. Короче говоря, своеобразный крокодил, только, вот не знаю, послабее или, наоборот, поопаснее. А вот что теперь я знаю точно, так это то, что Детройт когда-то был, или может быть, может, до сих пор является одним из главных пристанищ вуду-колдунов. Дело в том, что как-то не так давно отец и дочь решили заняться рыбалкой при помощи магнитов. Они часто вытаскивали ножики, запчасти от велосипедов и тому подобное, но больше всего им попадались котлы вуду. И как вообще такое количество этих кукол оказалось под водой, остается для всех загадкой. Помните, сегодня мы с вами заводили уже разговор про лохнесское чудовище и в частности пришли к выводу о том, что скорее всего им является простой сом. Так вот, я тут случайно нашел еще одно видео, которое сильно меня запутало. Я все пытаюсь рассмотреть в этом силуэте сома, но у меня никак не получается, особенно вот на вот этом вот стоп-кадре. На Китай это тоже не похоже, но тогда что это может быть? О, если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, то дайте об этом знать в комментарии. На очереди у нас азиатский карп. Звучит довольно необычно и в какой-то степени экзотично, правда? Только вот есть одно но. На самом деле, так называемый азиатский карп – это обычный толстолобик, и не спешите думать, что ему нечем вас удивить. Есть у азиатских карпов одна фишка. Я говорю про выпрыгивание из воды. Во время нереста рыбки, прижавшись друг к другу, выпрыгивают из воды до свисающих над водой листьев прибрежных растений. На них самка приклеивает икринки, а самец их, как понимаете, оплодотворяет. Так икра оказывается в большей безопасности, нежели под водой. И я прекрасно понимаю рыб, под водой действительно небезопасно. Следующее видео тому прямое доказательство.
В Соединенных Штатах Америки люди стали очевидцами довольно страшного зрелища. Десятки деревьев за считанные секунды оказались под водой. И причиной тому стал отнюдь не неправильный посев деревьев или что-то вроде того. Произошло все из-за образовавшейся поблизости водяной воронки. И знаете, я более чем на 99% уверен, что такого явления вы точно не видели. Так, друзья, ну а на этом, думаю, сегодня видео подходит к концу. Если вам нравится такая рубрика, если вам нравятся подобные темы, наша рубрика Top Facts Black со всякими необъяснимыми, паранормальными и просто интересными штуками, то дайте об этом знать в комментариях, также не забудьте подписаться на канал Top Facts и посмотреть предыдущие выпуски подобной рубрики, которые появились на ваших экранах.